Лев Лещенко и его супруга Ирина находятся в больнице в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Сегодня стало известно, что певца, у которого возникли проблемы с дыханием, перевели в отделение реанимации. Вчера стало известно, что Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке, где лежат пациенты с подтвержденным диагнозом – коронавирус. Артист уже несколько дней жаловался на проблемы с самочувствием, но не мог дождаться визита врача. Именно поэтому он решил сам обратиться к медикам. Поздно вечером у певца возникли проблемы с дыханием, он начал задыхаться, уровень кислорода в его крови резко понизился. Медики срочно перевели звезду в отделение реанимации. Постепенно состояние Лещенко нормализовалось, но пока врачи продолжают следить за его самочувствием. Да, он реально находится в реанимации. Его там подпитывают после тяжелейших гастролей и перелетов по 2 раза в день. Подпитывают кислородом. Он там будет еще 2 дня. Молитесь за него и за его жену. Даст Бог, выскочим отсюда, рассказал концертный директор музыканта. Напомним, что именно директор артиста Олег Дмитриев первым подтвердил, что Лев Валерьянович попал в больницу после 10-дневного нахождения дома на самоизоляции. После проявления симптомов ОРВИ, Лещенко обратился к медикам. Сейчас у него подозревают воспаление легких, а вот коронавирус пока не подтвердился. Лев Лещенко об измене, жена выставила 2 моих чемодана на лестницу. Близкий друг Лещенко Владимир Винокур подтвердил, что у товарища воспаление легких. Он отметил, что Лев Валерьянович – сильный человек, которому по плечу справиться с проблемами с самочувствием. Сейчас рядом с Лещенко находится его супруга Ирина, за состоянием которой также наблюдают медики. Напомним, что влюбленные счастливы в браке уже более 40 лет. Они познакомились в 1976 году в Сочи, где певец был на гастролях.